Что привело тебя сюда? Приветствую. Ступай с честью. Приветствую. Я могу помочь? Да благословит тебя свет. Да пребудет с тобой свет. Береги себя. Рад встрече. За Альянс. Чем могу быть полезен? Ступай с честью. Встретиться с тобой большая честь. Да благословит тебя свет. Чем могу быть полезен? Береги себя. Чем могу помочь? Счастливого пути. Чем я могу помочь? Прощай. Береги себя. Нужна помощь? Увидимся.
удачи. Рада встрече. Счастливого пути. Я польщена. Как дела? Что угодно. За альянс. Приветствую. Всего хорошего. До скорой встречи. Чем могу быть полезен? Береги себя. До встречи. До скорой встречи. Чем я могу помочь?
не могу это использовать.
Здорово. Я почитаю, что ты написал. А, ты про это? Да я хуй знает. Ну, блин, можешь зайди в гил кого спросить в чате, кто там сейчас есть. Какие там вообще капы? Честно, я особо сам не интересовался, так бы я тебе сказал. Ну, там, по идее, сила также, блядь. Ты фурик же делаешь? Это Армса. Армса? Да, да, видишь, капы-то хуй с ними, это понятно. Это... Не, ну что, ты сам не понимаешь, что там вару надо по сету? Я знаю это, просто... Да так-то понятно, просто видишь, я не знаю, допустим, ну, чарок нет. Бля, вот я там кап хосты и на ШП, просто два брюля себе вбил на хосту и два на крит, все, вот то, что там не хватает. Эти капы-то я обычно и знаю, и вопрос в крите. Там, видишь, на обычном серваке там и чарки, а тут, допустим, крит чем набивается? Либо ты ловкость берешь, а гильные шмотки какие-то смотреть, но я тут вроде подсобрал что-то. Хуй пойми, блядь. И сколько там еще в рейдик, какие классы будут давать, я не знаю же. Ну, по сути, блядь, чтобы не проебаться, вроде как 50 надо, блядь. Этот мне пишет... АБС мне писал, что вроде как 55 анбаф у него. Но там чуть больше, чем нужно, потому что в рейде там еще всякие классы дают. Там кто-то 5... Ну, значит, собирай меньше. Поменьше, ну 50. Просто тебе брюль, ебани на крит и все. Там он тебе дает, ебать, 72 крита или сколько. Этот брюлик, да? Да, и все. Да, в принципе. А вот эти... В мейнстат. А, кстати, брюлики, это же там же все цвета, типа, похуй, вставляешь. Все, есть, и половинчатые есть, все цвета, и цельные все цвета есть. А вот этот алмаз бездны, это надо, короче... Шести брюлей обычных, неограненных. Я его сделал, я просто какой именно для вара? Вроде крит как и крит урон. Ага. Как у всех ДД. По идее, нет? Да, вроде как жестокий назывался. А не хаотический? Да, наверное, хаотический. Жестокий — это с ловкостью. Да, хаотический. Вероятность крита. Блять, я на креста захожу, сука, на наш был шаман делать. И 7% критическому урону. 47 рейтинга критического удара и 7% крит урона. Наверное, вот это хуйня. Хотя они что там не добавили? Чарки, кстати, не смотрел. Я так сказал, то что нету. Не, вообще. Вроде нету нихуя. Ни чарок, нихуя. Он че, блять. В прошлый раз были. И профы были в прошлый раз. Нормально можно было вкачать. То есть реагенты были. Ну, за какую-то хуйню слепили на скорую руку, блядь, дебилы, блядь. Ну, вообще, да, наполовину криво. То есть то, что работало тогда, не работает сейчас, блядь. А то, что работает сейчас, не работало тогда. Вот это в натуре говорю. Там ВК было, блядь. Что там, только брюлей не было. Вот. Можно было вообще фул ВК там с 8 плюсами ебануть. Ну и понял, да? Арки были, профы, блядь. Ну не, ну ВК было бы вообще охуенно. А еще персонажи сохранились после теста БС-ки в Хиджале, блядь. А тут хуй там, погубей тебе. Делай заново, блядь. Ну там он типа пишет, пришлось базу данных там менять, как-то там что-то с ней делать. Обновлять. Надо ему как-то там постучать в дверь, сказать, слышь, блядь, долбоёб, нахуй. Мы для чего, блядь, каждый раз будем делать персов, нахуй. Пускай сам делает шаблоны, нахуй. Чтобы мы уже создали, нахуй, там уже созданные все вставленные уже брюли. Да уже похуй, уже забей, все равно ОБТ 10 дней будет. Но по идее после этого, надеюсь, блядь, опять хотя бы на следующий ОБТ будут. Ну там же будет вторая половина ОБТ. Ну, типа, чтобы сохранились эти персы, нахуй. Не, вторая половина ОБТ по-любому будет, и эти персы по-любому останутся, я так думаю. Ну, в этот раз. Вообще заебись. Да не, останутся, я думаю, останутся в этот раз. Только на следующий инс непонятно, что будет. А в этот раз должны остаться. То есть там структуру не будут, должны, скорее всего, менять ничего. Тут же ядро уже менялись сколько после этого. Видимо, там... И опять же, расовые, все там поменено было. То есть, это, считай, проще было бы сделать копию X2. Но это ебанить базу туда переносить. Сам понимаешь. В принципе, тут все логично, тут предъяв-то особо нету на самом деле. Да, сначала, блядь, пригорело, но это так, чисто на эмоциях. Потому что все с нуля делать. Обстоятельства понятны, блядь. Ну, вы блядь, видишь... Андет-шаман так кринжово выглядит, пиздец. Я это...
Ой, ебать, не хватает средств, голду потратил. А, сейчас продам типу этому. Опа, опа, две соточки мне, давай сюда. Ебатория сделана. Нахуй 20 тысяч голды за эту хуйню. Нельзя было 5 написать, 1000 там, блядь, 200 голды. Еще согласен. 20 тысяч на NX2 20 тысяч, блядь. Для этого серва подкрутили. А, блядь, без урон, нахуй, ленивая. Да похуй, голда бесконечная, чуть. Ну так-то, да. Там их надо-то, этих итемок, штук 15-20 от силы. То есть, грубо говоря, два раза голду продать, 3 от силы. Ну, да. Блять, у меня ни одна союзка не открыта, надо эти репутации брать, сука. Да. Кринж, нахуй. Такого кринжа я еще не видал, блядь. Я 3 не взял. Я, короче, взял все чисто, натыкал. Кстати, я что-то проебал, блять. А где ты Т6 башка в магазине, нахуй? Что-то, видать, не погнал. А, ну по E-левелу просортируй, она в самом верху будет. Да я что-то сортировал. 97. По E-левелу именно. А он какой, нахуй? Ну, бля, посмотри, там есть. А, он вот отвечает. Там, нахуй. Я просто в самом верху там это, там ты. Ебался в глаза, я понял. Нет, там ты. Там Т5 апнут, 97. А, ну, может, ну, ты просто дальше не посмотрел и все, бля. Да, я вот нашел, значит, вот он танковский, вот он нормсовский, а я возьму и фуриковский нормсовский. Ладно, делай, мне сейчас тоже за пары предстоят, я уже логинюсь, блядь. Uh-huh. А мне что, сколько сейчас занести надо, блядь? Ну, примерить. Что, ты сейчас отойдешь, да? ДБМ. Блять, макросы, вот у меня почему-то макросы персонажа у тебя перенеслись. Блять, у меня нихуя, у меня только два макроса вуду какие-то переносятся кривые, с крестиками, нахуй, пизда, блять. Ну, пиздец, блять, это походу вуду ломает. Потому что у Амини там она хватила, еще остальных перенеслись. Да сами там никому в гильдии не хватает людей. Попросите посидеть. А кто пишет? Сандей? Ой. А, понял. Хуй знает. Ну кто, какая-то гильдия добирает, нет людей у них. А ты без гильдии? Писала ли висит в мире? Обратил внимание тоже, да? У тебя сало висит перманентное, но даже на автоатаке ты не можешь бить. У тебя дебаф висит такой, это, блядь, как аркан магия. Да, да. Блять, что быстрее сделать? Сразу тебя спыло. А не, прикинь, шаман перенеслись макросы, ебать. Ох, блять. А тут у меня столько макросов нужных, ну. Ладно, это в последнюю очередь сделаем. Шмот. Ката, блядь. Кстати, аддон не взаешь Hour of Frames, чтобы вот эти левые дебафы, там, випку скрывать и вся категорию, понял? Вот это Орда, блядь, Альянс, Премиум. Нет, это в стандарте не сделать. Есть аддон Hour of Frames, и ты там по ID-шникам вбиваешь, то, ну, ты у себя можешь именно скрыть свои бафы, на таргетах ничего не скрываешь.
И ты понял, аналогичники просто в черный список какие-то не хочешь видеть. И бафы также можно, там, кастерские какие-нибудь, например, убивать или миличные. Но я этого не делал, я чисто дебафа, блядь. Потому что, сука, тут и не насрано, вот ты просто зашел в игру, у тебя уже 6 дебафов, блядь. Как играть на? Если хочешь, могу скинуть полезный аддон. Там профиль мой применишь, я тебе прям дам настройки, там уже категории прописаны, ты просто свою кату допишешь. Остальные все там расовые, ну какие-то свои там, может. Там он, правда, на английском, но там простой, я тебе подскажу еще, как сбивать. Там через Ctrl по 100. А, вот бартендер у меня забаганный, нахуй. Не применяется профиль. Спасибо, блядь. Ну что такое, блядь? Не одно, так другое. Сейчас запрыгнем, что попробуем. Применилось. Для разборки, точнее. Но оно копится, вот если играешь, оно реально там копится, у меня уже тоже дохуя этих камней, блядь, зеленых, синих. Ну, на самом деле не сказать, что много, как вот для тех, кто фармит, у меня даже по стаку на самом деле нету, но там уже по 30 с лишним штук есть. А так сама все голда опять же делается. Те же самые РБК, если там пока кристаллы особо не нужны, это в день 3к голды минимум за час, только за 3 РБК. А если все еще остальное там продавать другие полироли? Реги. Голда вообще не проблема. Ебать, тут в бейсе шмот на РШ мой Неска, блядь. А, ну, кстати, измененная, точно. Опять дают, тут заебись.
Ты что, отдашь мне гильду еще плюсанул ХБ? Что-то там разобрать капами. Ну посчитай, кто там тебе что дает, все то же самое. Поэтому все по классике, по бафам основным. Вот у нас там вроде. Погоди. У нас медведь есть. Медведь точно есть, фурик точно есть, роги тоже есть, ретрик есть, ММ есть, энф с милихостом есть, вроде все есть, а там считай.
Он ты типа готов или чё? А, ну делай. Ты основные там ротацию сделай, ну, такие ключевые, если не. Ну, чисто, чтобы ты мог бить, как на X2, и все, там такого сверхъестественного ничего не надо. Боссы манекена начать. Я же говорил. Так были люди, пора кстати. Были люди. Все получили ИП. Кто зашел потом на игру, да? Ну там как за один час, как за одного босса за С 200 ИП. Эта способность еще не готова. Что типа удобно. Ну да, не мотает вообще кринж, блядь. Вообще долбоёб. Ну оставил бы он манекен там в клоаке, ну били бы там 5 дебилов какие-то его стояли. Один хуй люди, основная масса заходит сюда инцы посмотреть, блядь. Ну он дурак, блядь, я тебе говорю, он какой-то немного шизанутый, блядь, вот в натуре какой-то он. Псих, блядь. Ставить котиков там на аватарке, блядь. Сразу понятно, какой там Чикатило ебаный, блядь, сидит. Еще и всю команду, блядь, заставляет эту хуйню заниматься. Не там половина от минус с аватарками котиков, блядь. Или уточек. У них там какие-то бывают флешмобы такие ебанутые, понял? Ну там какие-то это, полупидоры однозначно, блядь. Полупеды. Значит, там на подворотах, наверное, двигаются. Короткие джинсы, понял, такие, блядь, не знаю, как лет 10 назад носил, блядь. Почитай. Ну да, да. Да я тебе говорю, он конченый нахуй. Ну ему по приколу, это специально делается, чтобы где-то там мету одну сначала накрутить, потом другую, чтобы люди донатили, блядь, время растягивалось. Ты же понимаешь, ради чего делается, блядь. Он может и осознает отчасти, что он делает хуету, блядь, периодически. Он что, ретрики сейчас ебанутые в Т4, блядь, Т6. Просто еще и стемпу похуй на Т5, как он сам даже на форуме написал. Но я тебе уже говорил. Он, ну так, и это я как грубо, как бы, слова его я передаю. Но буквально он написал, типа, что-то там его особо не интересует, как там Т5 синергирует с Т6 и Т4 с Т6. То есть, знаешь, он это в последний момент уже как-то, наверное, на это внимание обращает. Но это там на какой-то теме он ответил так, предложением одним, что ну пиздец, блядь. Я приорал с этой хуйни. Вот буквально недели две назад где-то было. Три. Видел, сидел на работе человек. У меня там уже какой пермамент на форуме. Я уже просто понял, гостевым сижу, блядь. Что мне делать, нет? Так темы иногда читаю.
Ну там уже пиздец. Такой кринж. В основном ребята репортят предложениями именно. Вот если раздел предложений почитать, ты у тебя кровь из глаз на течет, блядь. Вот эти там, блядь, софы там прибегают, дебильчики, всякую хуйню там предлагают сделать, как там, понял, там баф убрать, там еще какую-нибудь хуйню там начнут предлагать такую казуальную, понял? Вплоть до такого, ну и так, всякий бред. Ну что-то там пользуется, там, да, стаки увеличить, такое реальное, полезное, там можно, люди тут также используют админы, позорно. Не, ну сервер, опять же, это, в плане, как админы взаимодействуют с комьюнити, это, блядь, ты лучше сервера не найдешь все равно. Циркуль это, блядь, вообще, это ад ебаный на земле. Там такие, вот там админы реально, пидорасы, блядь, которые еще и чаров пиздят, нахуй, и продают их. Ну все, у них там уже про циркуль же особо никто и нигде не говорит, блядь. Там так какие-то сидят долбоебы местные, нахуй, с своими компаниями. Дрочит это ЦК. Реневал все играет там на этой хуйне, блядь. Я там видел у тебя видосы, ты там к ним как-то залетал, понял? Ты там без войт. Да, да, давно, еще на X2 ты там до или X2, или по, во время ты, или X4 ты там играл, что-то такое. Да, во время X4 ты уже там залетал, я видел этот видос. Да, да, да. Блять, конечно, с войны вот это пиздец много чего поменялось. Да, а потом в один момент просто все про него забыли, блядь. Да там ебать, что происходит, что в Израиле он началось, блядь, в Палестине. Это все связано, блядь. Да и знаешь, все идет к большой войне на самом деле. Если они сейчас. Ну, как? Поверхностно, да, кажется, что все идет к большой войне, но, скорее всего, это какой-то ебаный договорняк, нахуй, чтобы просто сократить население, блядь, сократить, нахуй, едячие рты, блядь, и все такое такое. Ну, как бы, смотри, опять же, богатые сейчас только все равно богаче станут, а бедные беднее. Ну а чё, ну нет, знаешь, все мы люди, и все понимают, блядь. Просто кто-то об этом боится говорить иногда, ну что-то открыто именно. Нет, понятное дело, что, вот я тебе скажу откровенно, как есть тут, на самом деле нету, блядь, какой-то правой идеи, ну, ни у тех, ни у других. Все идет за ресурсы и за влияние на территории. И там, и тут. Не отговаривался. Нормальные люди все это видят, просто все боятся говорить. Знаешь, я вот говорю сейчас об этом. Ну, блядь, какой сейчас ко мне кто там забежит, кто мне сейчас скажет, что на что-то повлияю этими словами на самом деле? Да нет, блядь. Понятное дело, все, они общественность задушили, хуй кто куда рыпнется, ну. Не, ну я такую дичь особо ей значение не продаю, я это больше перед сном, знаешь, включаю, чисто так, знаешь, пофантазировать, чтобы уснуть быстрее. Мне на самом деле я это серьезно не воспринимаю, вот этот весь бред потусторонний. А вот именно которые насущные темы программы, ну как, я иначе смотрю, и что-то в Ютубе бывает там на работе, слушаю там с той стороны, как что рассказывают, показывают. Много очень сомнительных вещей, и там, и тут, и как бы где-то ты правду, даже если слышишь и сравниваешь ее, как бы позицию, страшно становится в некоторых моментах, из-за чего все это происходит, если вот так вот понимать, блядь. Ну давай, ладно, знаешь, на самом деле мы вот реально, мы смысла нам этом особо обсуждать нету, мы особо уже нет, не влияем. Так что да, мне тут надо еще чара доделать, блядь. Вот, лекарство начал тоже.
об этом мусолить, это он все вокруг уже об этом либо толдычит, либо уже это все просто заебало. Ну, скажем так, Радужного ничего особо дальше не видится все равно. Как бы там оно не за это не продолжилось, не завершилось. Победителей, мне кажется, тут особо не будет. Ладно, все, проехали тем. А тут вообще кринж, я тебе говорю, блядь, тут тупо можно качать эту горку, чтобы у тебя плюс стамина была и все, блядь. Самый лучший теперь на стоит. Мне там он пиво говорит, какая-то гильдия, которая там девчонку, вот эта декатка пришла или кто, я не понял. Они хотят там вообще и рост сделать, и к нам 10 это сделать. Ну, знаешь, такая тема, короче, это если ставить хиджал, это надо смещать ZS, ставить хиджал в субботу, чтобы кто-то там сводил ZS. Я если и буду залетать, то только как побить, потому что я тоже хочу, хоть надо отдыхать и так 5 из 7 на РТ, 5 из 7 на работе, блядь. Так, времени вечером буквально пару часов на себя остается, блядь. Ну, хули, блядь. Да, особо, знаешь, на самом деле, реально с этими событиями особо никуда не рвешься и делать особо ничего не хочется, блядь. Даже уже свой день рождения не отмечаю. Ну, я так чисто, знаешь, там, с матушкой мы сядем там, может, если ремонтик выпьем. С сестрой, он там с племянницей, увидимся так. Своими, а с кем-то я уже, можно сказать, уже даже ни с кем не общаюсь.